Всем привет! Сегодня я покажу вам состав на лаву, который мы бегаем без сливов. Правда, пока еще у нас времени остается 9 секунд, но самое главное, мы не сливаемся. Так, сейчас я вам покажу свой состав. Так, у меня тут стоит Анубис, бог войны, 8-8, ремка рунами, питомцем, карасик. Топоре, при том, чтобы убивал всех. Арктика ремочная с оживой. Чикабумом. Стрелок с замедлением с оживой. Со слоником. Дерево ремочное с оживой. Также с ангелом. И ведьма с замедлением. Тоже в оживе стоит. Ну что, поехали. Так, вот этот состав... такой, второй состав такой, и третий состав. Мы бегаем в три стрелка. У них тоже все стоят с оживами. Как видите, то есть у меня герои даже не проседают. Так, первого босса затащили. Второго тоже затащили. Где-то в среднем 40 секунд уходит на босса. Ну вот, как я и говорил, 9 секунд остается. То есть стандартный набор. У кого есть 4 стрелка, могут быстрее проходить. На лаве желательно иметь 4 ведьмы, 4 стрелка. Так, Анубис. Видите, у нас три Анубиса есть, стоят. Они также быстро убивают юнитов. Желательно иметь ремочных горголов, чтобы они сразу включались. Также иметь ремку на тыкве, чтобы был максимальный разгон. Четыре Анубиса, получается, четыре ведьмы. Три тыквы, два горгула, три стрелка. Плюс у меня Арктика морозит. И дерево оживляет. Второй заход наш. Ой, тут что-то мы разбежались. Ну, в принципе, должны успевать. 4, 3, 2, 1. Успели. Притык, как видите. Ну, если бы у всех героев стояло замедление, то, в принципе, было бы намного быстрее. И плюс еще один стрелок. Пробуем третий заход.
Самое главное, чтобы герои не просели, их не убили, потому что потом начинается просто слив. Вот сейчас, может быть, слив, герои разбежались по разным демонам. И может быть печалька. Да, видите, по времени можем не успеть. Хотя должны 40 секунд, но босса уходит. Да, успеваем. Ждите скоро обзор. Докачиваю героя. Герой себя неплохо показывает на арене. Думаю, на PvP-локациях тоже будет неплохой. Герой очень будет хорош против паков с анубисами, которые уменьшали энергию. Не энергию, точнее, урон. С этим новым героем паки с анубисом вообще проходятся налегке. Видите, здесь стоит душегуб. Тут стандартная пачка. У меня стоит Арктика и дерево. И тут тоже, в принципе, стандартная пачка. Был бы четвертый стрелок, поставили вместо душегуба, было бы намного быстрее. Ну и безопаснее. Но пока так. Ретейк. У кого есть возможность брать 4 стрелка, будет намного лучше показатели, чем у нас. Многие берут сюда лед, который тоже замедляет демонов. С ним тоже можно проходить. Вот так вот. 4 из 4. У нас просто карт. У команды нет, поэтому бегаем по откату. Все. Всем пока. Пишите в комментариях, с какими составами бегаете вы. Что у вас получается, не получается. Буду дальше снимать видео про лаву, чтобы вы могли подобрать себе оптимальный состав. Все, всем пока.